Всем доброго времени суток, с вами снова Alice in Rose. Мы продолжаем проходить Alice Madness Returns. И сегодня у нас долгая серия. Подготовьтесь, возьмите печеньки, чай и возвращайтесь ко мне. Сегодня целый час будем проходить Алису. Я знаю, что это очень долго, но по заявкам страждущих мы попытаемся осилить все прямо сейчас. Конечно, могу. At the top of the mountain you will find the entrance to the next sacred cave. Договорились. Ну что, я думаю, мы с вами готовы. Ха-ха-ха, или нет? Так, давайте справимся пока вот так. Давай. Оп. Неприятно, да. Я знаю. Давайте! Все ко мне, давай, давай, давай. Ух ты. А-тя-тя-тя. Такой модный, да? Слушайте, а мне нравится, как бьет эта лошадка. Yes, просто шикарно. Отвали, отвали. Ах ты, сволочь. Задел меня, но ничего. Как круто бьет эта лошадка. Уху! Слушайте, у меня крутится быстро слишком мышка. Сейчас мы с этим... Ой, что с Алисой такое? Дорогая, с тобой все в порядке? Так. Опять крутится быстро, опять... Вот так. Так пойдет. Что такое? Что с Алисой? Почему она... Дорогая. Дорогая, повернись. Я, честно говоря, мало себе представляю, что такое, что происходит. А, все развернулось. Господи, как странно, заглючило. О, привет, ребята! Да! Кстати, я тоже сейчас пью чаечек. Так что можете, девчонки, я думаю, на меня большинство смотрит, красьте ногти, делайте себе маникюрчик. А я тем временем буду... развлекать вас, проходя Алису. Надеюсь, что таким вот образом мы сократим время моего бесконечного прохождения Алисы. Слышите? Оу, привет! Так. Что ты мне дашь? Ну, корзинка. Понятно, в общем, ничего нового тут и нету. Так. Кстати, надеюсь, вы уже готовы. Скоро начну... подготавливать вас к более интересным вещам, которые будут происходить на канале, потому что уже ясен пень надоели одни летсплеи, как и мне, так и вам. Мы будем с вами... Скоро будет, короче говоря, воскресные игры. Так, мне показалось там... Да, мне неправильно показалось. Так, я не могу. Вот. Так. Все. Что-то у вас здесь много, ребята. Ау, ау. Мне это было очень неприятно. Так вот, на канале будут воскресные игры, то есть игры меня с моими подписчиками. Также скоро выйдет задрот минутка. И новая рубрика. Могу уже даже проспойлерить, как она будет называться. Называться будет «Роковая девушка». Вот так вот. Интересно, а мне обязательно с ними сражаться? Я просто не уверен, что я это делаю... Правильно, может быть, просто нужно бежать? Да, похоже, нужно просто бежать. Потому что так можно вечность. Отвали! Что это там такое было, вы видели? Ладно, сделай вид, что мы... Твою мать. А? Ку? Вот. Вот так, вот так. Тянем, слава богу, они промахнулись, косые, ау, это было неприятно. Так, там что-то где-то открылось. Ага. Я просто не очень знаю, надо ли мне с ними сражаться, потому что они постоянно респятся. Ух ты. Ну, видимо, надо просто отсюда бежать. Ау, 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 ау. Стоп, где? Что, куда? Так. Ай.
Они просто респятся бесконечно. Видимо, их не нужно убивать. Потому что от этого толку никакого не будет. Так, бежим, пока нас никто не заметил. Да. В общем-то, на канале ждут нас перемены. Потому что уже с меньшим удовольствием я делаю все эти видео. С меньшим удовольствием вы... Это ау. С меньшим удовольствием вы смотрите все эти видео. С меньшим рвением, естественно. Поэтому я считаю, нужно что-то делать. Так, это что? Это секретная комната или... Нет, это просто проход. Да, похоже, просто проход. Ладненько. Интересно, вот мне почему-то кажется, что 60% или 70% даже процентов тех, кто меня смотрит, ну вообще именно Алиску, это девчонки. Потому что что-то парней я редко наблюдаю в комментариях, я только и вижу, что пишут девчонки. Ну, в принципе, то, что сейчас... Ну, чтоб тебя... Давай вот так вот мы как-то с тобой справимся. Вот. Так. Что это? Грибок! Хорошо, что не на ногах и не на ногтях. Фу. Неприятные все-таки это вещи. О, нет, отстань. Все, новый уровень. Yes. Ну или, я не знаю, новый что. Не уровень, наверное. Не знаю, короче говоря. Посмотрим. Слушайте, как будто трансляция. Надо было, наверное, трансляцию провести. Целый час трансляция-то потянет, а вот прохождение это, по-моему, слишком долго. Ух ты. Ой. Так, что? Где? Ничего, что ты прям там встал, кот. Тебя ничего не смущает? Интересный какой. Так, ну, мне, наверное, с ними не нужно разговаривать. Да, нам нужно вот туда. Лечиться мне тоже не надо. Так, ну, значит, просто перемещаемся по веерам, по этим. Там хрюшка, да? Ага, только она что-то очень далеко, я вообще в нее попаду. Ну-ка. Да, получилось. Что-то даст? Что это мне даст? Просто повернулся веер, собственно. А я где? Что вот я не люблю в этой новой Алисе, что я вообще не понимаю, куда надо идти. Тут такой большущий уровень, что вообще не понять, в какую сторону двигаться. Так, ну оттуда я, наверное, не допрыгну, надо вот сюда. Эть. Интересно, в этот раз мне повезет с картинами? Мне кажется, должны быть уже картины. Следующая, точнее, картина, которая будет якобы очень сложной, и я не смогу ее пройти. Так, оттуда вообще можно как-то? Нет, наверное, надо вот отсюда зайти. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Да, секретный проход. Я была права. Отлично. Все-таки мне нравится платьишко у Алисы, но... Когда будет новое платьишко на новом уровне, наверное. Просто оно не всегда появляется как-то рандомно, независимо от меня. Так. Я уже забыла, кстати, на что я коплю зубы-то. По-моему, на прокачку чайничка, да, я копила. Но мне больше нравится прокачивать лошадку. Так, вот тут что-то дует. Ой, нет. Ёлки-палки. Фух. Так, главное... Да, долетела, слава богу. Я думала, что не долечу. Ну что? Где уже эта гусеница? Уже, наверное, мне кажется, до гусеницы... Чтобы дойти, нужно пройти где-то... три картины вот эти. Ой, а тут есть... Как интересно. Ладно, давайте попытаемся долететь. Слава богу, фух. О, боже, да почему так сложно? Опять эти платформеры. Это же будет целую вечность происходить. Здесь без врагов хотя бы. Ну, поговори со мной. Вау! Какого чертовщины здесь произошло? Ёлки-палки, значит, наверное, надо вправо, да? Бежим. Я не понимаю, что от меня хотят. А, наверное, если я спрячусь за этой штукой, со мной ничего не будет, да? Да-да-да-да-да, отлично. Так, бежим тогда отсюда по-скоренькому, по-быстренькому, а то это было... Ах ты, сволочь. Тихо. Давай. Давай. Вот не люблю я эти
платформера загадки, блин. Потому что это очень долго и очень медленно происходит все, что здесь. Ой, Алиса, да ты что, ты какое-то невидимое кольцо только что потянула? Ого, Иисусья тряпка, как далеко. Ну ладно, будем надеяться, что мне повезет и... Так, где это? Где? Подожди, я туда? Или вообще куда мне надо, я не понимаю, я уже запуталась. Наверное, вот сюда. И вот сюда. Ну, может, это секретная комната, и мне сюда действительно не очень надо. Но я конечной цели просто не знаю, поэтому будем тут... О, давайте. Закрасим розу. Чаек. Отлично. Не знаю, зачем я вас предупреждаю. Да отстань от меня, что ты от меня хочешь? Сможешь? Смогу. Не поверишь, смогу. Просто прыгать надо от них. И на этом все. Тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ой, ребята, а чё вы за мной ходите-то? Даже не рассчитывай. А тут какой-то таймер есть вообще? Долго мне здесь прыгать, бегать-то? Ой. Обнаглевшие крабы. Нечего. Ребят, ну сколько можно-то? Где этот таймер? Что-нибудь. Быстренько. Ладно, ребята, я не хочу с вами... Успех! Не-не-не-не-не. Неудачники. Ой, да знаю я. Прошу прощения. Отлично, еще... Блин, еще сколько раз-то мне придется? Сколько еще получается? Еще две надо склянки, да, собрать, похоже? Ну да, похоже на то. Давай, игра, быстрее. Слушайте, я вот сейчас вот сказала, что будет серия целый час, но я уже как-то в этом... Не уверена. Так, куда мне? Туда? Тихо, тихо. Так, я не вижу. У него глаза горят, он вообще... Ну ладно, сделаем вид, что... Я не понимаю. Все в порядке. Так. Ать! Ох, не убили меня. Ой, кошмар, что тут происходит вообще? Так, ух ты. Мне нравится это место. Пойдемте за... Ну, за зубами-то можно сходить? Нет. Вечно камеру им надо повернуть. Вот любят они, а? Ядрическая капец. Я тебя. Неприятно. Да, ау-ау. Ать. Я его убила? Господи, как это было бы неприятно сейчас. Вы бы знали. Где еще один этот? Тут что-то же... Нет? Ладно, здесь никто меня вроде не убьет. Но в этой игре нельзя никогда быть уверенной до конца, понимаете? Здесь все всегда так шибко. Ого, шибко. Не то сказала, но не важно. Ну супер, вообще супер, класс. Еще, наверное, враги сейчас будут, да? Ладно, осталось подумать, как нам... А, ну тут можно присесть, судя по всему. Сейчас он про... Нам туда или... Я не знаю. Я даже задержала дыхание на секундочку. Фух. Я просто испугалась, что мне не повезет, и меня ждет неудача. Так, что у вас здесь? Может, цепь какая? Да! Да я просто джинис. Мне кажется, я знаю весь сюжет. Хотя нет, вру, не знаю. Но в этот раз она нормальная, хотя бы кольцо дернула. Что-то где-то поднялось. И это прямо рядом со мной. Где-то вот. Да? Погодите, а как я... Ага. Ну, ого, какие колонны высочущие. Ёлки! Я уж думала, она меня сейчас прибьет. Это будет совсем печально. Так.
Да, а куда мне... Ай-яй-яй-яй! Как неприятно в розовой воде было умереть. Так, ладно. Ничего страшного. Так, подожди, на вниз или... Наверное, наверх, судя по всему. Будет опускаться эта плита? Ой. Так, я не знаю, когда у него... Я боюсь. Ать, слава богу, все. Фу. Теперь открылась... Господи, какие долгие вот эти коридоры. Ать-ать-ать-ать. Фу, чуть попу не подпалил, вы видели? О, картина! Yes, так. Да-да, взаимодействовать. Е-е-е, картина, 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 круто. Чаёк? Так. Так, вспоминаем. Хорошо. Мы справимся. Да-да-да. Что там, где появилось? Так, кто-то говорит мне, что тут всего три картины, и это еще не сложное, потому что здесь нету... Да вроде не так все. А! А, вау. Ладно. Он стреляет все равно так. Они в одну точку стреляют, так что надо просто... понять. Сейчас. Секундочку. Еее! Слава богу. Мне нужна сохранялка, честно говоря. И вот прямо сейчас. Ау-ау-ау! Твою! Охренеть. Мидбой просто отдыхает. Ай, как было больно и неприятно, ау-ау-ау. Да, возможно, я недооценивала эти чертовы картины. Тихо. Стрельни уже, ну! Ай, ну вот нет, ну это же надо было дождаться, чтобы... Пипец. Ай, аккуратно. Так-с. Так, надо подождать, пока она стрельнет еще раз, и потом прыгать. Ничего, школа мидбоя меня многому научила. Давай, стреляй. Ах ты, черт. Ничему она меня, видимо, не научила. Ай, все. Так-так, что у нас тут? Все в порядке. Сейчас он стрельнет. А мы, ничего не замечая, быстренько бежим. Я запрыгну здесь вообще? Оу, надо же, эти листья пробиваются, оказывается, снизу. А, ну да, правильно. Правильно, все хорошо. Ну что, я могу вам сказать, все нормально пока что. Бляха, муха, только вот стоит только сказать, понимаете? Хорошо. Нет, не хорошо. Оторвало мне черепушку прямо. Так, сейчас стрельнет вот этот парень, стрельнет парень снизу. И мы бежим. Оп. Слава богу, все в порядке. Хорошо. Отлично. Yes! We gonna rock this party! Татечо! Как будто они какое-то заклинание произнесли. Меня сейчас никто здесь за это не убьет. Так, ну в принципе, я пока не особо ни с какими сложностями не сталкиваюсь. Ага.
Ага! Это теперь похоже на ВВВВВВ. Ну, надо просто вот так вот лететь. Ой-ой-ой, она так быстро... Ладно. Ах ты, сволочь. Ну, ладно, ладно. Алиса, ну, мы еще с тобой... Ах ты, ах ты... А стрелками можно? Нет, не работают стрелки, только ВСД. Ах ты ж, опять не получилось ничего. Фух, да. Вот знаете, делают же игру для юной молодежи. Это же невозможно просто. У меня есть ощущение, что на клавиатуре это просто сложно проходить. Знаете, вот я уже говорила, да, про те вещи, про те игры, которые проходить нужно только на джойстике. Вот, вот эти вот моменты, вот это вот то, что сейчас происходит на экране, это должно проходиться исключительно. Вот оно не жмется, не жмется. Конечно, зачем? Давайте попробуем... Сейчас мы попробуем. Сейчас мы... Ну, опять не нажалось. Опять. And again, and again, and again, and again. Такая песня была. Почему она сколько раз вообще прыгает, объясните мне? Два же? Да больше даже. Что-то вот у меня только этого не получается никак. Так. Вот опять. Ладно, давайте отсчитывать по секундам тогда, может быть, так получится. Вот опять не нажался пробел. Это просто... Ладно, все хорошо. Оп! Сучьи потроха! Вы видели? Вы видели? Это невыносимо. Вот так всегда, знаете, только ты приноровишься проходить какой-то один момент в игре, как игра сразу подкинет тебе вот что-то наподобие вот такого. Ну ничего, я это пройду. Я ведь не слабак какой-то, правда? Почему она второй раз не летит? Я что-то никак не пойму. Я вроде жму на пробел, но она не хочет. Ладно, давайте так попробуем сейчас. Нет, опять не получилось. Это просто... You're unbelievable. Ну вот опять. И опять я не долетела. Не знаю, о чем можно говорить в такие моменты с вами. Знаете, злиться нехорошо. Нехорошо злиться. Мы ведь не изверги какие-то. Правда, отявскотина. Правда, мы же не будем ругаться. Нам не нужно тратить нервы. Зачем? Не нужно, нельзя. Нервы — это то, что у нас осталось. Понимаете? Вот и все, все. Я все прошла. Срань господня. Что такое? Что такое, Алиса? Ты не хочешь запрыгивать? Правда? Какие у тебя с этим проблемы? Надо вот сюда. Я просто знаю, что надо, и все. Видите, я не переживаю. Ну, что-то где-то открылось. Я что, в Чип и Дейла, что ли, играю? Персик соберите. Девочка с персиками, да. Мне кажется, вы, наверное, не осознаете, но то, что я сейчас такая вот... Вот такая вот, можно сказать, добрая, это же не просто так. Все-таки я думаю, что мне направо.
Конечно, естественно, мне направо. Дома какие-то ломаются, знаете, все это ерунда. Что такое? Что такое? Ты стреляешь? Так, собрались. Ну, видите, это же не так сложно. Видите, все хорошо. Твою мать, я разговариваю, как какой-то психолог. Хватит уже это делать, Ксюша, завязывай. Пока мне повезло, и эта стрела почему-то меня не убила. Сделаем вид, что так и должно быть, и просто пойдем. Выйти? Yes! Ну, кто здесь? Кто здесь молодец? Fuck the bitch. Все, я уже забыла, что надо пользоваться мышкой. Я просто счастлива. Ну-ка, аплодисменты. Я прошла всего-то за каких-то... За сколько? Ладно, вам будет потом виднее. Ой, попить чаек. А. Ух ты. Ой. Ах ты говнюк. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Ладно. Давай. Помри, подохни, подохни! Ах, все хорошо. Давай, сучонок, кидайся. Ну? Ай! Задел? Скотина! Ну-ка сейчас на! Как тебе такой финт, сволочная ты, трехмордая скотина страшная. Можно вздохнуть с облегчением. Фу, я чуть не покинула этот мир от страха. Как-то странно прозвучала эта фраза, но да, она имеет именно то самое значение, которое я, наверное, хотела ему придать, но не получилось, поэтому плевать мне. Все. Просто я просто не долечу, чтобы было... Вы видите внизу? Как вы думаете, если я просто отсюда упаду, я до них долечу? Странно, а зачем? Это кто-то просто поиздеваться решил надо мной. Ну ладно. Тут у меня проблем не будет. Я просто подожду, пока она опустится. Ой, я вижу знакомые мордочки. Из бумаги. Кубики опять собрать. А я опять забыла, как это делать. Вот... Да хорошо, договоримся. Договорились, точнее. Ну ладно, сколько кубиков надо? До хрена, вы что? Ну хоть раз-то не заставляйте меня гоняться по этим... Ой. Не, это давайте ножом с ним будем расправляться, потому что... Так, еще одна. Такие маленькие, а так много хотят от меня. Интересно, они респятся бесконечно? Да, они, похоже, респятся бесконечно. Нет, не бесконечно. Не бесконечно, их нужно всех переубивать здесь. Но это же не сложно. Зачем вы мне таких врагов подсовываете? Эти маленькие шмакодявки ничего из себя не представляют. Или подождите, или... А, нет, все, да. Да, эти маленькие шмакодявки ничего из себя не представляют. Наверное, им обидно. А может и нет.
Так. Так, так, где еще кубики? Там, по-моему, еще где-то три нужно или... как далеко нужно опять за кубиками тащиться. Ну, естественно. Ничего не бывает просто в Алисе. Если ты хочешь что-то получить, надо попрыгать немножко. Вот примерно вот так. Так, конечно, прыгать нежелательно, но вы поняли мою мысль. Да. До сих пор, кстати, заложен нос у меня. Я вот даже не знаю, как с этим бороться. Я вот, знаете, вылечиваюсь. Там болею я где-то неделю, а до последнего у меня вот это вот ощущение болезненности. Так, кстати, мы можем подлечиться в Лилии, точно. Ну-ка, давай-ка. Не надо меня подлечивать? Ну, ладно. Что у нас здесь такое интересное? Ладно, не знаю, что произошло, но... задержали дыхание, как обычно. Я так замолкаю в эти моменты, потому что я боюсь, что как бы, чтобы ничего бы у меня не обломалось. Да все, лопайся уже, что-то там, господи. Так. Здесь кубики где-нибудь? Даже здесь я была, нет? Какое место интересное. Ух ты. А было модно попасть? Или я отсюда и пришла? Ха, подожди, я собрала где-то сколько? Два, да, кубика или три? Пипец, да, мы отсюда и пришли. Ну, значит, тут... Да-на-на-най-на-най. Ой, да я просто везучая. Тихо, вот нифига не видно, куда я прилетаю, куда я в итоге приземлюсь. Если бы не хоть какая-то малейшая тень... Да, еще какие-то кубики мне нужны. Сколько их еще надо? Еще два. Наверное, в этой стороне все. Где еще кубики-то могут быть? Угу. Так, вот проход. Значит, кубик где-то здесь. Это все замечательно. Но где... А, вот, вижу, вижу, вижу начало платформы. Так, интересно. Мне кажется, мы пока дойдем до гусеницы, в принципе, уже будет где-то половина, наверное, игры. Просто хочется, конечно, все побыстрее, потому что вам не кажется, что Алиса сама по себе слегка затянута, потому что играю я уже довольно долго, и уже даже начинает это надоедать, потому что хочется как-то побыстрее, например, карты мне увидеть, потому что они такие довольно стрёмные ребята, и будет прикольно, но я не знаю, конечно, когда будет этот уровень. Мне кажется, он что следующий, ну вот после... Да вы что, шутите, что ли? Ну ладно. Тут несколько проходов. Ой, это обычный проход. Бутылочки, кстати, с чем я подбираю? С микстурами, что ли, с какими-то? Я, представляете, до сих пор не знаю, с чем мы подбираем бутылки. Наверное, это не важно. Куда Алиса их, интересно, складывает? Не хочу строить нехороших предположений, но... Охренеть, здесь так темно. Что такое? А, господи, я уже думала, все, меня тут закрыли навсегда. Так, ой, светлячок. Бляха-муха. Вы это видите? Кошмар. Муравьиха, да я тебе открою секрет. Как у муравьев бывает? Не бывает у муравьев таких тел. Ужас какой. Кошмар. Блин, мне что, реально к ней что лети? Я не знаю. Я не вижу кубиков. Зато вижу кнопку вон там. Га, кошмар какой. Аж прям вздрагиваю. Ага. А, вот и кубик. А меня телепортнут, по-моему, обратно к Мазаке, чтобы я не тащилась в обратном порядке, блин. Так. Так, быстрее. Отлично. Все. Да, меня телепортнут. Отлично. Так, глоточек чаечка. Так. Надо понять, кто где должен быть. Так, ну, давайте начнем вот так. Так, это сюда. Вот это сдвигаем. Вот это сдвигаем. Так. Не совсем я понимаю, что я сейчас делаю. Но ничего.
Сейчас Ксюша ля-ля-ля разберется во всем. Да? Нет? О боже мой. О нет! Пятнашки застают меня врасплох. О Иисусе, что делать-то? Вот так? Получится. У меня получится. Или не получится. Чё ты хочешь от меня, игра? Нет, давайте сброс. Я что-то изначально начала делать неправильно. Так, давайте я пойму быстро, как это сделать. Значится так. Угу. Значит, вот это мы меняем местами. Вот, примерно вот так. Нет, вначале мы... Нет, вот так. Так. Ну, должно получиться сейчас. Вот. Это было гораздо проще, чем мне казалось. Да я уже надоела, хватит мне восхождать куда-то уже. Восходиться, Да. Это невозможно, это так долго. Гусеница, где ты уже? Ядрить тебя, господи! За что? Ну за что? Да вы шутите, что ли? Это просто невозможно. Что за хреноматки там летают? Слушай, харе. Значит, у нас разговор будет с тобой короткий. Так, ладно. Ой, повезло-то как. Так, ну я думаю, нам вот сюда. Пошел нафиг. Пошел нафиг, говорю. Косорылый самурай. Все? Так, стоп, куда мне? Да не, разве туда? О! Привет! Как давно я тебя не видела, хрюндель. Нет, ну в принципе, я более-менее понимаю, куда идти, но... Так. Ага. Отлично. Что ты ноешь там? Не мешай мне! Отличненько, так. Ну все, в принципе, мы уже где-то близко с концом этого... Концом этого конца. Уже где все это? Так. Куда я должна, собственно, долететь вообще? Давайте будем откровенными. Я не понимаю, куда мне. Наверное, вот сюда? Я же на нее не запрыгну. Ни за что в жизни. А, или вот мне на ту вначале клетку надо. Сейчас пойму. Только бы... Ну подожди, ну куда ты? Бедные, мне их так жалко. Нет, мне вас не жалко. Так как я бессердечная. Ой, я не долечу. Да, надо было подождать, пока она долетит наверх. Это было совсем несложно. Нет, смотрите, меня телепортнуло вот сюда. Но я не заберу же по-другому, разве нет? Мне надо через вот эту, правильно? Вот, ну. Все правильно. Что это? А, неужели опять? Ай, да выкусите, а? Сколько можно-то уже? Как неприятно, да? Моя лошадка просто супер. А, супер, я обожаю свою лошадку. Слушайте, а сколько стоит прокачать ее? 775. Вообще бы перцемолку, наверное, прокачать. Потому что она мне все-таки полезна. Ууу, какая крутая. Отлично. Так, что-то там шлепает, вы слышите вдалеке? Не пойму, правда, что, но что-то точно шлепает. Шлеп, шлеп. Ладно. О!
can recite Red Riding Hood backwards. I know my multiplication table to 11. Боже мой, что это за жаба? Страсти мордасти. Really? Persuade me. To remove the obstruction, wake the frog and empty his belly. Wake that? What about its tongue and the prospect of warts? Ooh. Anyway, Господи. How do you know? Бра. I imagined how it was done while I was sleeping. Вашу мать! Вашу мать! За что? Ай! Скотобаза! О, боже мой. Ай! Да чтоб тебе! Подожди, она же меня только что не съела. Сука, да умри ты. Меня это раздражает. Отвали! Не трогай меня, вообще не смей. Боже мой, эта битва меня вообще сводит с ума. Ну хоть сейчас-то тебе становится неприятно. Я знала. Ну-ка, по твоей морде наглой. Давай. Так, отваливаем от него. Так, мне ничего нельзя сделать сейчас. Так. А-та-ра-та. Так, ладно. Что вы от меня хотите, а? Неправильно, отвалите. Нет, нужно вон ту убить штуку. Вон ту. Я смогу ее отсюда? Не, вряд ли. Так, надо просто подобраться поближе. Вот так. Господи, да что ж это такое? Я просто терпеть не могу эти уровни. Вот я, честно говоря... Ненавижу этих ребят. Бляха, да вы что, издеваетесь, что ли? А, я до них вообще пока дойду, уже целый... Срань. Срань. Срань, срань, срань. Погодите, а как мне туда? Нет, я отсюда сюда не... В смысле, отсюда я туда не попаду. А вот так вот получится? Да, получилось. Ну ладно, давайте ударим. Только я туда все равно залезть не смогу. Так, чем-нибудь типа... Все, харе спать, подруга, давай-ка. А так получится, нет? Нет. Погодите, а как тогда? Ладно, наверное, надо подобраться поближе, просто... Шлеп. Да нет. Подожди, а как мне по нему ударить-то? Я что-то... Что-то я не погибаю. Так не получится.
так? А как так? Так-то не получится. Как я? Я даже запрыгнуть на нее не могу. Подождите. Нет. Отсюда я тоже никак. А! Оу. Это проход, может быть, наверх как-то? Ну, блин, только не в секретную комнату, я вас умоляю. Куда-нибудь по сюжету. А-а-а! Ну да, все. Ништяк! Так. Вот, сейчас я потяну и, наверное, смогу как-то до нее теперь добраться. Ну, я так думаю. Должна, по идее, да? А, вот как. Ну, привет! Ой, что это такое? Ни хрена себе, ну ладно. Спасибо, жаба, за то, что я не знаю, за что. Что ты только что сделала? Ладно, ребята, это была длинная серия. Мне и вам нужно передохнуть. Так что всем спасибо за внимание. С вами была Эллисон Роуз. И долгая-долгая серия Madness Returns. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч. Пока-пока.